Мы решили прогуляться в зимнем лесу. Такая вот чудесная погода, тишина и много-много следов зверей. Это сарна. А вот это заяц. Может быть, заяц, может быть. Интересно. Может, лиса еще быть. Вот это сарна. Это не кабан. Да, это сарна. День-два. А это вот кто-то аж бежал. Это побежал кто-то. Видишь, шире и жилостки. Вот это большой след, смотри. И вот большой. Это этот, похож, друг. Лось. Это лось. Так что вот лось. Ничего себе след. А и вон. И оттуда шел. Да, видишь? Это лось, скорее всего. Кто-то скрипит. Начался снегопад. О, это сосны скрипят? Это не